Привет! С вами Тору, вы на канале Nissan Race, и мы продолжаем прохождение Сао, и нам с Асуной нужно прогуляться по городу. К слову, когда я настраивал геймпад, я нашел очень любопытное занятие в этой игре. Мне пришлось найти себе любопытное занятие. Кстати, вот здесь есть... Не понял. А чё это он собрал вокруг... Вот, в общем, он собрал вокруг себя целую толпу, что нам как бы на руку, потому что мы можем делать как-то вот... Я не знаю, хотя бы ради этого тут можно проводить... Ну, как проводить? Я провел вот в этом районе города, возле телепорта, я провел... Асуна, все хорошо. Я провел 40 минут своего времени, хотя бы... Девушка, которая квесты выдает, вы посмотрите на нее. Я тоже долго смотрел. В общем, заняться здесь есть в любом случае ещем. На досках объявлений можно найти множество различных квестов. Можно принимать несколько квестов одновременно. Квесты также могут быть выполнены во время выполнения других заданий. Поэтому берите квесты, которые требуют... Берите квесты областей, в которые вы посещаете. И подойдите к доске после завершения квеста, чтобы забрать награду. За квесты дают деньги, либо ценные предметы. Лучше бы давали возможность нормально пообщаться с Томоэ, потому что... Потому что... Не знаю, какие здесь вообще нужны комментарии, какие здесь нужны причины. Асуна точно меня грохнет. Правда, она сюда не смотрит, она смотрит по сторонам. Давайте пока возьмем квеста, а затем продолжим прогулку по городу. Ну и квесты у нас делятся пока на два вида. Это охота и, собственно, квесты дропа. На сбор ресурсов, либо получение каких-то плюшек с тварей. Ладно, пробежимся дальше. Давайте сразу сбегаем к магазинам, что ли. Где-то здесь должен быть рынок. Угу, вот он. Моё почти. Мы можем это что-нибудь? Ни один искатель приключений не выходит на поле боя без доспехов. Воу. Так, так вы еще и что-то продаете. Давайте посмотрим, что у вас есть. Щиты, да? У меня, кстати, щитов же вроде бы как и нету. Да, нету. А у меня деньги есть? Где мои деньги? А, 1000. 1000 колов. Угу. Защиту это повышает. Это тоже повышает. Неплохая броня, но с моими накоплениями это явно не то, что мне нужно. Ну, давайте возьмем маленький щит. Господи, какой Кири ты теперь грозный. Так, и шлем. 3 защиты. Тоже возьмем. Хорошо, что он... Да, не это. Не меняет внешний вид. Сколько там у нас осталось-то? 800. Я не могу себе взять вот это. Ну, кстати, я могу что-нибудь продать. Например, я могу продать... Ничего. Ну и ладно. Вот как бы и поговорили. И вам спасибо, да. Так, погоди, женщина, отпусти меня. Я как бы... Вот. Пойдем на рынок. Я просто случайно сюда вообще к ней подошел, а оказалось, что не зря я как бы шел.
Теперь Кирита очень грозный, со щитом. Меня больше смущает то, что в этом городе, наверное, все выше уровнем, чем Кирита, Асуна, Лифа там и прочее. Так, я хочу уже в это кафе. Я уже хочу посидеть в этой кафешке. Это действительно довольно оживленный первый день беты, да? Магазины оружия, магазины брони. Но этот рынок гарантированно будет популярный в течение долгого времени. Будет популярным. Давай более подробно посмотрим, что мы можем здесь найти. Я бы себе меч хотел найти за 800 колов. Несмотря на то, что еще присутствует в играх, оружие всегда является главным приоритетом для игрока. Ну, действительно, люди там гречу покупают, туалетную бумагу. Неправильно они делают, нужно покупать вот что говорит Кирита, и тогда у тебя будет и греча, и туалетная бумага. Да я ж знаю целую кучу людей, которые просто сидят, фармят квесты, пока не улучшат свое оружие. Да и в САУ я так же делал. Я хватал все оружие, которое мог, и затем двигался в следующую область как можно быстрее. А почему бы нам тогда не заглянуть внутрь? Ну, звучит неплохо. Здравствуйте. Привет, мы хотели бы посмотреть на ваш ассортимент оружия. Пожалуйста, присматривайтесь сколько хотите. Осматривайтесь сколько захотите. Так, давайте посмотрим. Рапиры, где же вы? Прям вот здесь, мисс. Если вас еще что-то интересует, не стесняйтесь спрашивать. Большое спасибо. Асуна, ты же сама себе рапиру купишь, правда? Просто у меня там на оружие, на меч и на кофе осталось. Блин, это же правда порт всех данных из САУ, да? Все в порядке? Да, в порядке. Меня просто немного отвлек владелец магазина. Она лоля. Вы посмотрите на лицо Кири, на лицо Асуны, она явно поняла, в чем дело. И что ты имеешь в виду под этим? Не-не-не, это не то, что... я не то имел в виду. Я правда натурал. Бля, простите, просто последние два слова последнего предложения меня немножко это... Я просто думал, что разговор будет это более естественным. И все такое. Не думал, что разговор будет типа таким естественным. У NPC обычно не так много шаблонов разговора. Я правда натурал, да, Кирита? Но я даже и не заметила, пока ты не сказал. Ну да. Общение показалось и правда нормальным.
Ты думаешь, что NPC здесь более продвинутые, чем в Сало? Ну, определенно, может быть так. В любом случае, почему бы нам еще больше не осмотреться? Ну, так, погоди. Не, ну да, она могла привлечь внимание Кирита. Так, погодите. Да, и тебе доброе утро. Посмотрим, что у нас есть по оружию. 650... Вот же. У нас с мечом, кстати, Кирита и Лифа. С рапирой тоже Кирита может бегать. Любопытно. С катаной у нас Кляйн. Понятно, что Эгиль с топором. Ну да, берем бронзовый меч. Атака 26. Итого плюс 4 атаки и плюс 18 ДПС мы получаем. Да и выглядит он посолиднее. Главное, щит как-то прятать нужно. А можно, как в герое щита, его в книгу превратить, чтобы не позориться? Выглядит-то Кирита стильно, пока не оголит свой щит. Так, ну это торговец броней, да? Но мы броней-то уже, в принципе, закупились. Да. А здесь нам лови... Мое почтение! А это кто? А это ж... Слушайте. А это кто? Я заинтригован немножко. Псевдопортной? Я портной. Ну, правда, я не могу сделать настоящую одежду. Но я могу сделать доспехи для твоего сердца. Доспехи мечты. В любом случае, я могу помочь тебе их визуализировать. И Асуна так подсматривает, типа, что-то здесь не то. Позволяет менять внешний вид вашей брони без смены этого самого. Поговорите с портным, чтобы изменить внешний вид вашего снаряжения, не влияя на его характеристики. Да, сделайте ваше приключение более стильным. Изменив внешний вид доспехов. Оу. Понятно, для нашей группы тоже можно изменить внешний вид. Так, этим я заинтересован. Так, можно удалить эффект, понимаю. 2000 колов! Да я, может, даже меч со щитом продам. За 2000. 150 колов, давайте. А для себя или для своего партнера? Для меня, пожалуйста. А, тебе денег не хватает. Черт. Ладно, хорошо, я вас понял. Я к вам еще вернусь. Ну, видно, что она понимает что-то в визуализации и в том, как нужно одеваться. Однозначно, я еще сюда вернусь. Давайте прогуляемся. Так, стоп. А не здесь ли у нас была кафешка? Кафешка. Еще один. Сузука. 25 уровни здесь уже, я понимаю. Мы кажется, немножечко... Вот когда самую малость. Мы первого уровня. Так, а у вас чего? Украшения. Ой, простите. Денег-то не... А, 150 кулов. А тут все стоит. Ловкость плюс 1. Сопротивление стану плюс 5. За сотку. Берем. И вам спасибо. А, кстати, я не...
Не, ну сразу видно, торговец с украшениями. Но шли мы не сюда, шли мы вот сюда. У нее лицо, как будто она уже бахнула чего-то с утра пораньше, причем явно не кофе. А у вас чего, простите? Да, да, давайте что-нибудь. Чего? 800? Стулик на двоих? Два кофе, 800 колов. Пожалуйста, спасибо. Не, как-нибудь давайте я в другой... А, прости. Я понимаю все, но пока мы обойдемся, наверное, без кофе. О, парк. Я как бы и хотел бы угостить Ацуну чем-нибудь вкусным, но кофе стоимостью в хорошую броню... Пожалуй, наверное, не стоит. С голой задницей сражаться будем, зато бодренькие. Угу. Опять там кто-то гарем из двух тянок собрал. Ох уж эти конкуренты. А этот парк большой. Пожалуй, самое популярное место для отдыха во всем городе. Да, мне так приятно растягиваться на этой траве. Я мог бы даже немного поспать здесь. Да, помнится, Томасуна на травке-то поспала. Когда... да. Я не уверена, что есть хотя бы одно место, где ты не смог бы нормально выспаться. Эй, это... ой, ой, все. Я просто дразню. Знаешь, мне нравится смотреть, как ты дремлешь. Это супер мило. Нам стоит заходить сюда время от времени просто, чтобы расслабиться и погреться на солнце. Ну, в двойном сне нет ничего плохого. Даже если тебя невозможно разбудить. Да это же было всего один раз. В САО. Один раз. Да, 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 да. А потом она чуть его рапирой не заколола. Обычно я не сплю так отвратительно со слюнями и все такое. Обещаю, честно. Да мило же это. Господи, это же было мило. Посмотрите на нее. Да знаю, я знаю, я просто пошутил. Давай посмотрим, что там еще есть. Ну, ну это было серьезно мило. Этот момент, когда она очухалась. Ой, господи. Асуна, я бы угостил тебя яблоком, но... если уж на кофе денег не хватило, что о яблоках говорить здесь можно... Почему они все такие здесь 25 уровня? Я чувствую себя как-то... Вы посмотрите на него, на доспехи парниши 6 уровня. Я что-то это... комплексую по этому поводу. Особенно учитывая, какой у меня щит. А вы получили новое сообщение? А, кстати, а что у нас с подругом? А, вот оно как работает. Ага. Так, давайте-ка по меню полазим немного. Угу, снаряжение Кирита. Так, нет пояса, нет украшения, нет кольца... Угу. ДПС 127, атака 26, защита 23, сила 12. Ага, ага. Я вас понял. Ага. Прокачка. Чем больше вы используете свое оружие, тем опытнее вы становитесь в обращении с ним.
Вы получаете очки навыков, когда достигаете определенных уровней мастерства с вашим оружием. В редких случаях вы также можете получить очки навыков за победу над врагами. Вам понадобятся очки навыков, чтобы приобрести больше навыков. Ваш кэп. Приобретение дополнительных навыков. Навыки могут быть изучены, ага, в меню навыков. Так, можно купить доступные навыки. Среди этих навыков вы найдете специальные доп-навыки. Доп-навыки, экстра-навыки, это специальные... Так, на которых включают несколько доп-навыков. Ага, можно только один навык за раз использовать подобный. Так, что мы имеем? Вертикальный, горизонтальный разрез, так? Допустим. А мы можем его прокачать? Так, у нас 9 скилл-поинтов. Угу. Так, парирование вражеской атаки. Повышает защиту на 30% на 2 минуты. Так, погодите. Давайте настроим панель тогда. Угу. Хилки мы воткнем вот сюда. Это у нас и так есть. Так, допустим, едем дальше в скиллы. Блокирует атаки. Вот эта штука прикольная. Типа можно фармить ману, и если успешно запарировать атаку врага, то можно получить вон чего. Довольно занятная штука. Увеличивает защиту ближайших союзников, которые находятся позади вас. Да, берем. Только это активный или... Угу, парирование у нас на бэшку стоит, так. Баф у нас имеется, так. Ну, как бы и все. Панель, можно сказать, настроена. Нужные скиллы тоже изучены. Ну, еще можно вот это. А, понятно. Нужно 5 скилл-поинтов. Предметы. А вот это можно будет продать, допустим. Чтобы были хотя бы хоть какие-то денежки, которых нету. Рог дикого зверя. Острый. А чё он? Материал. Возможно, он для чего-нибудь пригодится. Например, для крафта. Карта области. Ага, и здесь видно, какие у нас есть квесты. Понятно. Ага, список квестов, которые приняты. А, друзья, ну, вот это уже любопытно. Атасуны.
Насао наконец-то стартует. И начинает с тобой так весело. Не уходи в одиночку, хорошо? Да, хорошо. Силика. Это так похоже на Сао, что я начала волноваться. Ну, теперь я думаю, что это будет весело. Так еще бы. Лиз. А в общем, с нетерпением жду. Начало. Лифа. Это так здорово. Я смогу начать игру вместе со всеми вами. А давайте давайте начнем это приключение вместе. Давай. Кляйн. Я всегда в восторге, когда начинаю играть в новую игру. Я не позволю тебе оставить меня позади на этот раз. Просто подожди. Да-да-да, конечно, конечно, ты там не останешься, если Кирита тебя ждать будет. Никогда не думал, что я снова окажусь в стартовом городе. В прошлый раз не удалось насладиться этим. Так что давай это исправим. Да, в прошлый раз вот Кирита рванул прямо из стартового города. Побежал фармить. Список бафов. Фига себе. Так, чат. По опциям все понятно. Настройки. И нам по-прежнему нужно прогуляться по городу. Но, ребят, продолжим это делать уже в следующей серии. А на этом все. Спасибо за просмотр и пока.